Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Виктор Эмиль Пруве. Французский художник периода модерна. Скульптор, живописец, архитектор, декоратор. Проектировщик мебели, изделий из керамики и стекла. Один из создателей и главных представителей школы Нанси. Родился в Нанси 13 августа 1858 года. В семье портных. Учился в школе рисунка в Нанси, в школе изящных искусств в Париже, в мастерской Александра Кабанели. Закончив учебу в 1882 году, вернулся в родной город. Вначале занимался живописью, затем увлекся скульптурой и гравюрой. Работал под руководством Эмиля Галле. Его дружба с Эмилем Галле, а также с Луи Мажорелем, воспитала в нем интерес к декоративно-прикладному искусству. Пруве делал рисунки, изделия из стекла, керамики, ювелирных изделий и мебели в стиле Галле. Работал для Эжена Вильена, Фернандо Куртье, стекольной фабрики «Братьев Дом» и для Альбера Эймана. Большое влияние на его творчество оказало путешествие в Тунис в 1888 году. Я зачитываю переводной Википедии. После смерти Эмиля Галле в 1904 году он возглавил его фабрику и стал вторым президентом школы Нанси. Пруве выпускал изделия с маркой Галле, изучал деятельность мастеров германского Вергбунда. Подружился с художником Шуданом, участвовал в 1907 году в основании провинциального союза декоративных искусств. Всемирная выставка в Париже в 1925 году Пруве был удостоен высшей награды – гран-при по классу архитектуры. Также был удостоен звания командора Ордена Почетного Легиона. В 1898 году, 5 января, женился на Мари Амели Шарлотте Дюамель. У них было семеро детей. Был отцом архитектора и дизайнера Жаном Пруве. Умер 15 февраля 1943 года в Алжире. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском художнике периода модерна, скульпторе, живописце, архитекторе, декораторе, проектировщике мебели, изделий из керамики и стекла Виктор Эмиль Пруве. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.